Ну что ж, это небольшое, так сказать, джентра Део. Вот, как снять фонарики. Почему? Потому что везде бывают заморочки. Вот эти бывают под этими просто. Вот. Здесь вот такие вот находятся у нас клипсы. Вот, отгибаем. Вот здесь как бы проблем никаких нет. И как мы уже видели сразу, вот там есть доступ к крыло и вот до сюда и сюда. Почему? Потому что я вот тут руками полез вот сюда вот. Отсюда вот туда в крыло, вот из этого места доступа как бы нет. Вот, поэтому снимаем фонарики, все этатно, никаких заморочек я не вижу. Вот, тут, конечно, немножко нештатно уже хозяин кое-что понаставил. Вот, ну, имеется в виду, вот чего ставил, естественно, чтобы выводилось ему вперед, там зеркало у него. Вот, снимаем фонарики, поскольку это нам, я надеюсь, облегчит доступ к ремонту вмятин. По идее, вот бы до сюда возможно, что я смогу долезть. Вот такие вот дела. Что ж, продолжаем съем фонарей. Все здесь просто. 4 вот болтушочечка откручиваем здесь, но есть небольшая пинка. Тут товарищ подключал вот поэтому. Вот, придется запоминать. Ну что, вот он наш верхний, так сказать, разъем. Придется вынимать, наверное, лампочки. Вот сейчас посмотрим, как это все выглядывается. Вот. Вот. Верхний, значит, зеленый, черный, красный. Так, ниже него. Вот. Это серый разъем. Так, серый разъем, у нас верхняя лампочка. Ниже тоже черный, красный, зеленый. Но уже черный. Черная лампочка. Ну что здесь? Вот она рядышком беленькая. Белый разъем, оранжевая лампочка. Верхняя дальше, вот она стояла. Я просто, чтобы не мать себе голову. Вот, ниже нее с белым цоколем, еще и еще ниже, вот, и еще ниже, вот у нас и с черным, и серый цоколь. Вот, и таким образом я вот эту красоту сейчас всю на место ставлю. Это чтобы мне потом не терять время, в конце концов включил, посмотрел все эти фонарики, где чего, да какие лампочки, посмотрел, ставил и все на место поставил так, как было. Ну, не хочется изобретать Америку, те же бумажки тут писать. Вот, на это записал и все. Ну и точно так же сейчас откручиваю из 4 болтушочка. И опять же на видео запишу, потом поставил, посмотрел. Вот и все, отсюда вот узкий проходец, узкий очень. Ну вот. Я бы сказал, не очень удобный, но поделаешь. Он узкий, потому что вот он, усилитель стоит узко. Обычно он стоит вот, где моя рука, а тут, видите ли, решили сделать чуть по-другому. Вот, ну что, хорошо, есть доступ, и можно что-то поправить крючком. А здесь мы 4 болтушочка закрутили, вот такой разъемчик у нас есть. Здесь никто ничего дополнительно не цеплял, поэтому проблем никаких нет. Вот, кстати, можно заглянуть, как на Nissan Maxima теперь крепится. Изнутри болтушочками. Во всяком случае, вот оно есть. И здесь он под шестерочку. Под шестерочку я так руками ощупываю. Вот, крепится, чтобы вот здесь бампер стоял. Кому-то может пригодиться. Вот, на Максиме тоже так отсюда болтушочками крепится, но дальше там
по крылу, вот как мы видим, там ничего нету. Вот, будет там только вот в этой части крепление. То есть вот здесь крепится, вот, как мы видим, вот вот. И причем крепится интересно, да? Вот, на самом краю, ну и вот саморез. Здесь, и в принципе, ну не особо сложно. Как бы, я почему все эти видео снимаю, чтобы знать. И сам знать, когда-то придется. Пришла машина, смотришь на нее и думаешь, ну вот, сейчас будем решать ребусы. Поэтому вот, ребятам огромная благодарность, кто снимает видео, как разбирать там, как что где устроено. Почему? Потому что вот раз открыл, посмотрел, и уже проще. Вот, ты представление имеешь. А так, когда как бы лезешь, не зная, вот, ну, как бы, все равно разберешь, да, ну, можно и травмироваться где-то по незнанию, там, и можно открутить в половину всего много лишнего. Вот, ну, опять же, будьте аккуратны, чтобы не заморачиваться. Сняли, в конце концов, на бумажке можно записать, вот, все эти вещички, чтобы они были на месте, чтобы вам не пришлось потом искать, покупать и прочее. Вот. Так что вот такие вот, я так сказать, стараюсь облегчить себе работу, ну и людям тем, кому там может это пригодиться. Да не может, а кому-то пригодится. Люди интернет смотрят, и по просмотрам я смотрю, что как бы смотрят и каналы, смотрят, и в частности по разборке видео, иногда даже люди дарят, вот, что спасибо, так и так. Вот, ну, как бы, либо не спасибо, кому-то я помог, а кому кто-то и мне помог. Я такие не раз смотрел, вот, и мне тоже помогли они. Так что спасибо тем, кто снимает. Ну что, прогноз мой не сбылся. Вот, я ради интереса посчитал. Тут, как говорится, интересно было самому, тут 54 с левой стороны, а с правой стороны получается у нас 75 штук. Так вот, получается справа у нас побольше. Вот, ну что делать? Да ничего делать, будем делать, ну просто как вот, как один из примеров того, что не всегда бывает так, как вот обычно. Вот. Бывает иногда и по-другому. Вот. Ну что, машинку я разобрал, отдефектовал. Вот. Ну, на сегодня, наверное, хватит. Вот, хватит играться. Почему? Потому что уже 8 вечера. Пора уже домой. Хорошо. На сегодня.